Контрабанда на 10 миллионов рублей. Первоуральский лес незаконно вывозили в Узбекистан. Нелегальную поставку древесины пресекли сотрудники уральской таможни совместно со Свердловским управлением ФСБ. Как сообщают в Уральском таможенном управлении, гражданин Узбекистана переправил более 1000 кубометров древесины. В качестве сопроводительной документации он предоставлял договоры купли-продажи с фирмой, с которой на самом деле никогда не сотрудничал. Оперативники выявили 2 эпизода контрабанды и возбудили 2 уголовных дела. Сейчас мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.